Это для меня очень сложный вопрос, потому что я сам без колес. Вот. Непосредственно я с такими случаями не сталкиваюсь, как вы понимаете. Я вижу только сообщения в средствах массовой информации. Но я не думаю, что этот вопрос может быть решен как отдельный частный вопрос. Это вообще вопрос равенства всех граждан перед законом, независимо от положения, занимаемого в обществе. И я прекрасно знаю, что идеальных решений здесь нет, потому что социально-экономическое неравенство всегда влияет на степень равенства граждан перед законом. Правда. Есть страны, где, несмотря на социально-экономическое неравенство, уровень равенства граждан перед законом достаточно высок. Но это страны, где существует определенный компромисс между тем, кого можно назвать рядовым гражданином, и между теми, кто обладает гораздо более высокими политическими и экономическими возможностями. Там это продукт длительного исторического развития, продукт постепенного поиска вот такого соглашения и компромисса, когда представители правящих классов берут на себя определенные обязательства соблюдать некоторые правила игры в отношении своих сограждан. Нам пока до этого далековато, но, думаю, в конечном итоге мы постараемся к этому прийти.